Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть племянница, которая 11. Раньше мы жили далеко друг от друга, общаться начали только полтора года назад. Меня несколько шокирует ее вопросы. Первое, взрослые что, раз мы не растут, и что мама больше никогда не вырастет. Когда «Аватар» вышел в 2010-м, я уже тогда была, а мой брат был. Распустились только два дерева, остальные еще нет, потому что старые, походу, на дворе апрель, холодно, и пока выпустили листья только черемуха и еще два ранних вида. Но это происходит каждую весну по всем законам природы, а ребенок уже 11 раз видит апрель. Я буду отдыхать скоро целых 4 месяца впереди, обычно летние каникулы, почему она решила, что месяцев 4 затрудняется сказать. При том, что к 5 классу все детки школьный график знают наизусть, когда и что их ожидает. Вот переживают, а мы взрослые виноваты. Слышала, что предыдущая школа, где ребенок учился до переезда, была слаба. Или что-то не так с ребенком. Чтобы так остаться делать, я не припомню, чтобы мы на указанный вопрос искали ответы у родителей или в книге. Это постигается опытным путем, а в 11 лет опыта достаточно, чтобы видеть и понимать простые вещи. Что в такой ситуации делать? Ну, я думаю, что детские психологи ответили бы на ваш вопрос более корректно и профессионально, чем я, не являюсь детским психологом и ни в коем случае не претендую на их компетенцию, скажем так, вот, ни в коем случае не претендую на, значит, ну, какие-то лавры, да, вот, детского психолога, но по моим впечатлениям, вот, как я услышал ваш текст, вот, по моим впечатлениям, я бы предположил, что с ребенком очень мало разговаривал. Вот. Я бы такое предположение сделал. А мне так вот показалось, что с ребенком очень мало говорят. И мне показалось, что у нее просто вот какой-то такой дефицит общения, дефицит просто элементарного, банального взаимодействия со взрослыми. Вот. Естественно, могу быть неправ. Вот. Я тут нужно только эмпирическим путем это проверять. Вот. Сейчас такой возможности, я бы сказал, что нет. Потому что, ну, нужно расспрашивать родителей, да, что они думают, да, об этом. Нужно посмотреть на семейную обстановку внутри
внутрисемейной системы. Вот. Потому что, ну, опять же, да, без этого не совсем понятен весь контекст. А, вот, если в отношениях, ну, внутри семьи присутствует конфликтность, присутствует напряженность, присутствует, ну, то, что можно было бы описать, сказать, как негативное что-то, то ребенок хочет избегать, ну, возможности какой-то, да, быть серьезным, быть взрослым и так далее. То есть может прятаться. Может прятаться за ширмой. Вот. К сожалению, большому. Вот. К большому сожалению, это очень часто явление, на которое нужно в данном случае обратить внимание. А, лично я думаю, что у вас есть уже свое мнение на этот счет. Лично я думаю, что вы уже знаете, что это все значит. Вот. А даже если вот высказываете свои сомнения. Вот. Поэтому то, что вам нужно, это довериться себе, довериться своим чувствам, вот, которые у вас, ну, есть, вот, и просто позволить им себя вести, а могу вас заверить в том, что вы не ошибетесь. Вот, если будете двигаться в этом направлении. Да, конечно, конечно, конечно. А риск того, что, ну, того, что вы сделаете что-то не так, он будет. Вот, я думаю, что это нормально, это вам никуда не деться. А, вот, но тем не менее. Вот. Такой ответ.
я думаю, вам можно предложить. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Если у вас есть, опасения, да, то я не вижу причин, по которым вы не могли бы показать ребенка детскому психологу, да, для проведения теста. Соответствующих тестов. Вот. И все выяснит самостоятельно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам сформулировать то, как вы будете делать, как будете действовать. Всего вам самого доброго, обращайтесь.